Баллада об измене. Гаврила был неверным мужем. Гаврила женам изменял. Ну, как начал? В общем, хорошо. Но нехорошо. Мы молодежный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Я лично это такого совершенно не помню, потому что это же наши мужья, это же наши жены. Это абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал. У меня есть другой вариант. Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был. Вот. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее.